Раскаты празднования 800-летия Нижнего Новгорода продолжают разноситься в городах области. Атмосферу праздника и веселья привезли в Лысково организаторы проекта «Нижний 800. Празднуем вместе». На главной площади города развернули инфраструктуру со сценой, украшениями, танцполом и шатрами. Очень замечательно. Побольше бы и нашим хочется тоже день города всегда видеть, и Нижний, потому что мы Нижегородская область. Вот такая все вот очень здорово, особенно детям. Программа мероприятий пришлась по вкусу и взрослым, и детям. Музыка и танцы шли фоном от начала и до конца праздника, а поддерживали юных танцоров неизменные символы 800-летия – дятел гор и олененок Нино. Гость программы, шоу мыльных пузырей и конкурсы с призами произвели не меньше фурор. Сначала начинаем. Ребенку моему здесь очень нравится. Два, давайте, давайте, три уже, четыре, выше, выше, пять, конкурс, шесть, песни. Давай, 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 выше, семь. Для менее активных ребят работали шатры с мастер-классами по оригами и хендмейд-масками. Что ты сейчас делаешь? Я делаю бадок. Из чего? Из бумаги. Танцуем дальше. Цветочек. Вот это. Я делала лисичку. Маску? Да. Тебе мастер-класс понравился? Да. Мастер-класс понравился? Да. Было чем заняться и родителям. Пока детвора развлекалась, они могли провести время в зоне отдыха или послушать выступления артистов со сцены. Ягода малина, нас к себе манила. Ягода малина, лето в гости звала. Очень понравился, очень хорошо, все организовано, интересно для детей. Детям очень понравился шоу мыльных пузырей, а также мастер-класс. Сделали маски, вот шарики. Праздничный автобус проекта «Нижний 800. Празднуем вместе» продолжит колесить по Нижегородской области до 26 сентября. А значит, атмосфера праздника останется с нижегородцами до самой осени. Заура Руджев, «Время новостей».